Полынные травы. Ранее указывал, что и наиболее используемыми видами полыни являются горькая, только что рассказал, обыкновенная, лечебная, веничная, каменная, морская, полевая, сиверса, таврическая, холодная. Кстати, каменная и холодная, что-то они одинаковые. Эстрагон. Все они обладают целебным действием. Некоторые из них практически лишены ярко выраженной горечи, и поэтому по-разному воздействуют на организм человека. В их применении имеются некоторые отличительные особенности, поэтому мы не будем спешить, а продолжим разбор полынных трав. Полынь обыкновенная, еще ее называют чернобыльник, Артемзия вульгарис, вид многолетних травянистых растений рода полынь семейства астровое. Что касается названия чернобыльник, то он происходит от черноватого стебля, былинки. Чернобыльник – это многолетнее ветвистое растение конусообразной формы, высотой 0,5-2 метра. Стебель прямостоящий, буроватого цвета с фиолетовым оттенком, в сечении угловато-ребристый. Корневище в верхней части утолщено. Листья мягкие, дважды или трижды пересторассеченные. Зеленого цвета, длиной от 5 до 20 сантиметров. Сверху светло- или темно-зеленые, голые или слабо опушенные. Снизу густо опушенные до белесости и даже серебристости. Нижняя часть листьев по окраске резко отличается от верхней. В этом отличие от полыни горькой. Цветки мелкие, многочисленные, желтые или коричневатые. Корзинки прямостоящие, собраны в метелковидное соцветие, цветет с июля по сентябрь. Плод семянка созревает в июле-октябре. Сбор. В качестве лекарственного сырья используют траву корни. Траву, цветоносные облиственные верхушки собирают во время цветения и сушат. Корни заготавливают осенью. Корни не моют, сушат или затем очищают щеткой. Из истории о полыни обыкновенной чернобыльнике. Полынь обыкновенную чаще называют чернобыльником. Эту траву считают проверенной при лечении от падучей болезни эпилепсии. Применяется чернобыльник как средство от простудных заболеваний, туберкулеза, головных болей различного происхождения, гинекологических заболеваний, эпилепсии и холеры. В народе при эпилепсии, перед приступом или через полчаса после него больному давали порошок корня с небольшим количеством пива. Подобный рецепт приводит на Саль, где чернобыльник употребляли на белом вине. При этом корень выкапывали деревянной лопаткой, чтобы не повредить. Далее высушивали, растирали без контакта с металлом в порошок и брали только деревянной ложкой. Это же средство применяют и при параличах, судорогах, неврастении, головных болях. Кстати, вот то, что указано деревянной лопаткой, деревянной ложкой без контакта с металлом, имеет большое значение. Почему? Потому что происходит меньшее разрушение, причем разрушения такие, о которых мы и не подозреваем. Вот что можно там разрушить? Казалось бы, в корне, в листьях. А нет. Было замечено и подчеркнуто, что именно деревянное все делать. Тогда целебные свойства будут проявляться чернобыльника в полном объеме. Чернобыльник на спирте народная медицина рекомендовала употреблять при раковых заболеваниях. Чернобыльник считался наилучшей врачебной травой от всех женских болезней. Было подмечено, что растения, имеющие зеленые стебли, останавливают обильные менструации, а красностебельные, наоборот, вызывают менструации во время их задержки. Это уже чисто народный опыт. Видите, как он проявляется? Чернобыльник применяют в лечении таких болезней, как бесплодие, открытие матки, вагинит, бели, недоразвитость матки и воспаление шейки матки. Ее применяют как средство, усиливающее родовые потуги для снятия боли во время и после трудных родов. Народная мудрость подметила, что настой травы или корней корневищами ускоряет роды. Его применяют и при болезненных трудных менструациях. Видите? Насколько это действительно
женская трава. Для лечения сифилиса рекомендовали пить отвар из листьев полыни с зерном пшеницы. В средневековом медико-фармакологическом трактате о свойствах трав известно нам «Оду из Мэна», а полынь обыкновенная написано следующее. Ее успешнее всего исцеляет у женщин болезни. В виде отвара она выведению месячных служит. Действует так, если матку отваром таким согревают, часто или чистым вином вытягивает сырой и растертое, или зеленую труд и в ночи к животу прикрепляют, гонит зародыш в питье, или только подложена будет эта трава затвердение и вздутие чрева изгонит, как мочегонная служит и камни она разрушает, частым принятием с вином помогает она и желтушным, к зубу с такой травой подобает прикладывать сало, плини и тертую вместе с вином принимать предлагает. Если же опий чрезмерный кому-то во вред оказался, это поможет трава, если пьется с вином в сочетании. Так уверяют одни, что отведавший это зелье может совсем не страшиться любого зловредного зелья. И ни один из зверей не дерзнет его тронуть укусом, коль на шею повесишь, защита от ядовитых рубет и других вредоносных лягушек. Сок ее вместе с вином применяют для этой же цели. Если растертая, свежей, она сохраняется в мусте, станет целебным вино при указанных выше болезнях. И аромат, и букет у такого вина превосходны. В виде питья укрепляет желудок, оно подреберье лечит успешно, а равно и в случаях прочих полезно. Листья чернобыльника, настоянные в водке и приложенные в тряпочки к пупку детей, страдающих глистами, убивают глистов. Оказывается, именно там крепятся аскариды. Листья чернобыльника, растертые с виноградным вином, уксусом и ржаным хлебом и приложенные снаружи к предсердию или около желудка, снимают рвоту. Свежая трава чернобыльника или размоченная сухая, прикладываемая к подошвам или икрам, помогает при отеке ног. Растертая с яичным белком и прикладываемая к кровоподтекам или опухолям, рассасывает их. В качестве отличного средства от бессонницы прикладывают ко лбу или вискам верхушки ее цветов. Авиценна в каноне врачебной науки писал о лечебных свойствах полыни обыкновенной. Чернобыльник полезен от холодной головной боли в виде лекарственной повязки или обливания. Отвар из него приносит пользу от зокопорок в носу и от насморка. Если сидит в его отваре, это дробит камни в почках и гонит месячные, а также полезен от язв в матке и способствует изгнанию последа и плода. В виде питья или лекарственной повязки чернобыльник помогает для расслабления матки, раскрывая ее, а также убирает в ней затвердение. Состав, свойства и действия. Состав. Содержится каротин, аскорбиновая кислота, сапонины, дубильные вещества, алкалоиды, эфирное масло, производные кумарина, флавоноиды и другие. Свойства. Обладает сильным, приятным, пряным запахом. Методом дистилляции с паром из высушенных цветков и листьев полыни обыкновенной получает эфирное масло, бледно-желтую или бесцветную жидкость с сильным горько-сладким ароматом. Это масло содержит туйон, цинеон, борнеол, пинены и хорошо смешивается с другими маслами дубового мха, пачули, розмарина, лаванды, сосны, шалфея и кедра. Действие. Используют в медицине как антиспазмическое, ранозаживляющее, мочегонное, стимулирующее, желудочное и тонизирующее организм средства. Имеет ограниченное применение из-за ядовитости растения. Кстати, порой читаешь название тех или иных веществ, не понимая, что такое и как действует. Поэтому, чтобы полностью раскрыть информацию, надо вникать в эти мелочи. Итак, туйон по-научному монотерпин.
природное вещество с характерным запахом, напоминающим ментол. Он содержится в пижме, шалфее и западной туе. Не случайно они и по запаху похожи, но особенно высока его концентрация в полыни, и его действие очень похоже на действие камфоры. Туйон обладает сильными галлюциногенными свойствами. При его продолжительном употреблении развивается зависимость, которая называется синдромом абсентизма, для которого характерны депрессивное состояние, озноб, нарушение координации движений и тошнота. Настойки пижмы, полыни горькой и других таюно-содержащих трав и растений считаются целебными. Туйон, так же как и ряд других терпенов, нормализует пищеварение и облегчает течение легочных заболеваний. В античные времена полынную настойку применяли как средство от желтухи и плохого дыхания. Так еще Гиппократ прописывал экстракт полыни от желтухи, ревматизма, энеморреи и менструальных болей. Цинеол – жидкость, напоминающая камфору, запахом и жгучим вкусом, выделяется из эфирных масел, применяют в медицине как антисептическое и отхаркивающее средство, а также как компонент искусственных эфирных масел. Борнеол – бесцветные кристаллы с характерным хвойным запахом, оказывают действие на центральную нервную систему, снижают артериальное давление, при окислении превращаются в камфору. Пинены являются бесцветными жидкостями с запахом сосновой хвои. Само название пиненов происходит от слова пине – сосна по-латински. Это важный компонент смолы хвойных деревьев, кипидара. Эфирные масла многих растений содержат пинены. Пинены используют для синтеза камфоры и многих других веществ. Применяют как сырье для получения соснового масла, терпениола и душистых веществ. Терпены, что в переводе означает скипидар, обширный класс природных органических соединений с общей формулой. Но для нас важно, что это скипидар. Камфора представляет собой лекарственное вещество растительного происхождения, которое обладает анальептическими свойствами, а именно раздражает дыхательный и сосудистый центр в головном мозге при их угнетении различными факторами. Получают из древесины вечно зеленого японского лаура. Для этого дерево спиливают, разделяют на части и перетирают порошок. Полученное сырье подвергают перегонке при воздействии пара высокой температуры. Из маслянистого вещества путем химической реакции получают сухую камфору, которая представляет собой прозрачные кристаллы с сильным специфическим запахом. Синтетическая камфора добывается из масла пихты и содержит меньше лекарственных веществ в своем составе. Но, как мы уже знаем, содержится она и в полыни. А если это так, то и полынь обыкновенная, и другие ее виды будут обладать действием камфоры. Камфора применяется в медицине, косметологии и в качестве репеллента для отпугивания кровососущих насекомых. На организм оказывает следующее действие. При наружном применении антибактериальное, противовоспалительное, обезболивающее, местно раздражающее, смягчающее. При приеме внутрь анальептическое, сосудосуживающее, кардиотоническое, отхаркивающее, метаболическое. Фармакологическая промышленность выпускает камфору в нескольких лекарственных формах. 20% масляной раствор в ампулах используется для подкожного введения при явлениях сердечной и дыхательной недостаточности из-за угнетения участков продолговатого мозга. Назначается при коллапсе, шоке, отравлении анальгетическими средствами и опиодами. Является антидотом многих гомеопатических препаратов. Перед инъекцией ампулу рекомендуют подогреть до температуры тела. 10% масла камфоры используется для наружного применения, оказывает местно раздражающее и антисептическое действие. Рекомендуют применять при ревматических болях, артрите, артрозе, ишиасе. Назначают при хронической бессоннице, умственной вялости и депрессии. Камфоцин представляет собой линемент, который содержит камфорное и касторное масло, перцовую настойку и салициловую кислоту. Назначается для втирания в кожу над суставом при артрите и ревматизме. Мазь камфорная применяется для втирания в пораженные участки тела при воспалительных процессах мышц и суставов. Также используется
при невралгии, боль по ходу пораженного периферического нерва. Спирт камфорный назначается для наружного применения при нарушении питания ткани и профилактики пролежней. Раствор камфоры в парафиновом масле рекомендуется в качестве ушных капель, оказывает противовоспалительно, антибактериально и согревающее действие. Гомеопатический препарат камфора назначается как противосудорожное и седативное средство. Применяется для лечения простудных заболеваний и вирусных респираторных инфекций. Капли зубные дента содержат в своем составе анестетик, хлоралгидрат и камфорное масло. Применяется для купирования острой зубной боли. Дополним вышеописанное знаниями из аюрведы. Используемая часть трава. Энергетика растений горький, острый, согревающая. Ткани, на которых больше всего проявляется действие, кожа, кровь, мышцы, костный мозг и нервная ткань. Системы наиболее подвержены действию. Кровообращение, женское репродуктивное, нервное, пищеварительное, дыхательное. Само действие месочегонное, противоспазмолитическое, кровоостанавливающее, патогонное, противоглистное, антисептическое. Показания к применению. Дисменорея – это циклический патологический процесс, при котором в дни менструации появляются выраженные боли внизу живота. Менорагия – это большая потеря крови во время месячных, бесплодие, ишиаз, любое поражение седалищного нерва, судороги, истерии, эпилепсия, депрессия, умственное переутомление, бессонница, подагра, ревматизм – это инфекционно-воспалительное заболевание, поражающее соединительную ткань главным образом сердечно-сосудистой системы, суставов, мышц, внутренних органов, кожи, а также грибковые инфекции. Предостережение. Высокая желчь по индивидуальной конституции, маточные инфекции и воспаление. Высокая желчь – это повышенные теплотворные способности организма или его временное состояние, когда температура организма повышена. Препараты. Настой полыни обыкновенно, довести до кипения, но не кипятить. Порошок от 250 до 500 мг на один прием. Говоря о разных видах полыни, важно подчеркнуть, что у полыни обыкновенной более выражено месочегонное действие. У полыни горькой, глистогонное и усиливающее пищеварение. А у тех, что растут в обезвоженных местах, например, в пустыне и сухие степи, патогонное. Исходя из того, что горечь полыни усиливает двигательные, циркуляторные процессы в организме, она особенно эффективна при состоянии застоя и закупорки, то есть состояние ветра, по-индусски вата, которое проявляется в виде артритов, поражения нервов и запори. Применение в медицине. Полынь обыкновенно улучшает аппетит, пищеварение, обладает тонизирующим, успокаивающим, кровотворным, ранозаживляющим, желчегонным и мягким слабительным действием, налаживает работу желудка, помогает при лихорадке, облегчает боли. Ее используют при истощении, бессоннице, различных неврозах, простудных заболеваниях, малярии, гриппе и эпилепсии. Как я ранее указывал, полынь обычно считается женским растением, так как стимулирует матку, то есть согревает низ живота и укрепляет стенки матки, регулирует менструальный цикл, то есть ослабляет спазмы и головные боли во время менструации, а также помогает при различных гинекологических недомоганиях, открывает и очищает каналы нервной системы и кровообращения. Надземную часть и корни употребляют в народной медицине многих стран как вяжущие при гастрите, туберкулезе, отеках, геморрое, гипертонической болезни. Альгаменореи – это болезненные менструации. Аменореи – это отсутствие месячных. Метеоризмы – это когда человек слишком много пукает. Эпилепсия – это когда он дергается. Неврастении. Менингиты – болит голова, то есть воспаление оболочек головного и спинного мозга. Может быть грибковым, бактериальным, вирусным, а также при проказе. На Востоке из полыни делают специальные палочки, называют их мокса. Их поджигают и в тлеющем виде подносят к коже, делая прогрев, а то и приживание биологически активных точек. Кулинарии. Надземная часть растения находит применение как пряная приправа к различным блюдам, особенно жирным. Утки, гуси, свинина, сало, свиной жир. Для чего в некоторых местностях полынь
полынь обыкновенную специально выращивают. Горечь полыни усиливает расщепление жиров и пищеварение в целом. Если у вас слабое пищеварение, мой совет: после еды немножечко полыни горькой, обыкновенной. И заметите, что пищеварение будет получше. В небольших количествах листья полыни используются охотниками и рыболовами как пряность для приготовления дичи в полевых условиях. А теперь разное. А вы знаете, что растение полынь посвящено Иоанну Крестителю и носимое на теле охраняет от порчи и злых духов. Этим можно объяснить и магические свойства полыни, по способности отгонять зло и опасности в местах своего произрастания. Если она растет возле дома, саду, то дом, сад будет под ее защитой. Из надземной части полыни, обыкновенно взятой до созревания семян, вяжут веники, которые обладают инсектицидными свойствами, отпугивают комаров, блох и других вредных насекомых. Во время эпидемии чумы и холеры на Руси полынью окуривали избы, а также до сих пор знающие хозяйки стелют травы полыни на пол для отпугивания насекомых и ароматизации, обеззараживания воздуха в помещении. Оказывается, пары полынного масла дезинфицируют воздух в помещении благодаря наличию в нем карбонильных соединений, а подушечки из ароматических трав, в состав которых входит полынь, применяют для лечения неврозов и бессонницы. Ароматическое масло полыни используется как отдушка для косметических и парфюмерных изделий. Из надземной зеленой части растения можно получить зеленую краску. Что такое карбонильное соединение? Это органические соединения, молекулы которых содержат карбонильную группу СО. Карбонильные соединения делятся на альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и их функциональные производные. Альдегид, в особенности ароматически, обладает небольшой токсичностью, которая быстро исчезает в результате окисления на воздухе. За счет этого очищается воздух от микробов. Кетоны обладают токсическим действием, в основном на центральную нервную систему. Карбоновые кислоты, некоторые из них могут быть токсичны. Например, муравьиная кислота обладает сильным бактерицидным эффектом. Фактом. Листья. Отвар листьев используется при диспепсии, подагре, лихорадке, при глистах, как горечь, для компрессов при подагре, а в качестве клизм для стимуляции печени, а также как глистогонное средство. 2 столовые ложки цветущих верхушек полыни обыкновенной отваривают 10 минут пол-литра воды. После охлаждения пьют по 150 грамм 3 раза в день до еды 10 дней подряд. Далее нужен перерыв в 1-2 недели и можно повторять. Если же перерыв не делать, то дозировку можно существенно снизить. Но в любом случае нужен перерыв, иначе наступит привыкание. А также посмотрите раздел предостережения. Вареные листья и молодые побеги полыни обыкновенно употребляли для приправы жирных блюд, особенно жареной гусятины, вызывает аппетит и усиливает пищеварение. В смеси с травой чабрецом, он же тимьян, полынь используют для лечения алкоголизма. Корни. Отвар корней или всего растения используют при диспепсии, подагре, лихорадке, при глистах, как горечь, для компрессов при подагре, при нервных и женских заболеваниях, эпилепсии в качестве противосудорожного средства. Народная медицина рекомендуется при зубной боли у детей младшего возраста. Применяется внутрь горячий настой из 3 чайных ложек измельченной травы полыни на 1 стакан кипятка. Это доза на 1 день. Полынный экстракт, она же вытяжка. Он может быть как водным, так и спиртовым. Чаще он бывает спиртовым. И крепче, и хранится дольше. В домашних условиях при комнатной температуре получить разбавленный в спирте полынный экстракт можно, настаивая полынь обыкновенную, либо горькую и другие ее виды на 70-80% спирте. Согласно оригинальному рецепту, на это требуется до 2 месяцев настаивания в дубовых бочках. Появление изумрудного цвета говорит о готовности. Настойку назначают 3 в день по 15-20 капель. Масло. Эфирное масло полыни сходно по образу действия с камфорой. Входящие в состав эфирного масла вещества обладают противовоспалительными свойствами, стимулируют выработку
лимфоцитов, подстегивают иммунитет и активизируют его для борьбы с инфекциями и болезнетворной микрофлорой. Рецептура. Способов применения полыни обыкновенной огромное количество. Например, чтобы вызвать менструацию, на задержку которой повлияло нервное напряжение, следует пить водный настой из полыни обыкновенной вместе с имбирем и мятой. Эти травы снимают нервные спазмы, открывают протоки, стимулируют движение секретов по сосудам, протокам и тому подобное. Наружно полынь обыкновенную используют для обмывания кожи при грибковых и других инфекциях. Например, почаще мойте отваром полыни ноги, зараженные грибками. Так, для профилактики. В виде настоя для орошения при влагалищных и маточных инфекциях, вызванных дрожжевым грибком. Предостережение. Во время беременности и в период грудного вскармливания препараты полыни не назначают. Если понижена кислотность желудочного сока, принимать очень осторожно, а лучше воздержаться. Период обострения желудочно-кишечных заболеваний может спровоцировать понос, который истощает силы больного. Полынь обыкновенная может вызвать аллергию. Все зависит от индивидуальных особенностей организма, а именно от наличия зашлаковки в нем. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!